Середина октября, север Беларуси. Была доставка из Крыма от Александра. Посадка этого саженца была в апреле, в 20-х числах. Это были однолетние небольшие саженцы. Сделана посадка в яму 60 на 60, на дно килограмма мафоса, перегной, земля и полив. Многие против подкормок молодых саженцев ореха, но здесь надо учитывать наши земли. Север Беларуси, Витебская область, считается рискованная зона земледелия. Сумма активных температур у нас самая маленькая в Беларуси. 2200-2500. И бедные земли. Поэтому этот орех, этот фундук трапезунда получал максимальную помощь. Видно по саженцу, он сделал рост под 1,40 м. И по листу, по росту видно, что ему нравилось расти. Были обработки азотными удобрениями по корню, комплексом по листу, обработки препаратом Альет, Луна. О росте трапезунда в Беларуси есть уже видео. Некоторые жалуются, нету роста. Также видел недавно в Курской области, трапезунд не растет. Вот вы видите на видео посадку 2024 года. Это был апрель. Сейчас середина октября. Трапезунд растет. Конечно, листья пока он не скидывает. С конца июля обработки были и поливы прекращены. То есть август, сентябрь. Саженец не получал никаких обработок. Сейчас мы делаем уже вторую обработку марганцем, чтобы подготовить растение к зиме. Вот, 1,40 м. Вот второе растение, что-то не единичный рост. Также хорошие листья. Видно по листу, растение здоровое. Лист красивый, большой, с мою ладонь. Вот второе растение на фоне первого. Растет трапезунд. Сейчас готовим его к зиме. 20 сантиметров, даже больше, соломистого навоза. Листья укрываем. Вот третий саженец. Также отлично себя чувствует. Распустил свои большие листья. Вот этот третий саженец трапезунда пустил много отводков, там 3 или 4. Да, было мульчирование престольного круга 2 раза за лето слоем где-то 20-25 сантиметров. Все это сработалось за лето и получило дерево нужные витамины для роста. Мульчирование земли таким слоем предохраняет корни от жары. Я вот считаю, это помогает дереву расти. Наблюдая, как у других растут трапезунды, у них на голой земле под температурой 35 градусов, а на земле там все под 60. Поэтому деревца угнетаются молодые, и у них не растет он. Это саженец черкесский,
с ним особенная история. Он выпал, засох родной маточный саженец, но со середины где-то июня выросли новые ветви, сантиметров 50. И дальше живет, здравствует. При нужной посадке, подкормке и любви дерево откликнулось и дало рост. Там где-то 3-4 отводка пошли. Вот так красиво трапезунды в рядок втроем растут. Кстати, покупал два, третий дал Александру как бонус. Ну, приятно. Так вот, о чем хотел бы дополнить. Это были слабенькие однолетние саженцы. Я брал, уже последние выбирал остатки у Александра. Но при должной заботе трапезунд из слабеньких превратился в хорошие саженцы. Это веба ценны. Он вообще вымахал под 1,70 м. Саженец был 40 см. Можете представить его рост первый год вегетации. Веба ценны показал самый большой рост. Также был слабый саженец, со слов Александра, но по росту и силе, который показал Веба, он молодец. Сейчас будем делать вторую обработку марганцем убойной дозой, чтобы лист поскорее сбросил. Видно по размеру листа, какие они большие. Будем наблюдать. Идем первую зиму мы с фундуком. В добрый путь. Фундук трапезунд. Thank you.